Привет всем! С вами «Атмосфера вкуса» и я его ведущая Татьяна. Сегодня мы приготовим азу со свининой. Берем мясо, нарезаем как вам удобно. Можно кубиками, можно соломкой. Картофель режем на средние кубики. Соленый огурец также делим на кубики. Шинкуем лук и чеснок и приступаем к приготовлению нашего блюда. На раскаленной сковороде топим сливочное масло или можно использовать растительное. Выкладываем мясо и обжариваем до золотистого цвета. Поджаренное мясо добавляем лук с чесноком и прессируем, пока лук не станет полупрозрачным. Далее добавляем нарезанный картофель. Солим, перчим по вкусу и не забываем про приправу хмели-сунели. Все перемешиваем и добавляем томаты, помешивая, тушим пару минут. Добавляем полстакана воды и накрываем крышкой. На медленном огне томим еще минут 20. За 5 минут до готовности добавляем соленые огурцы и наше азу готово. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.